Всем привет на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас Toyota Camry. Автомобиль разобрали, поверхность обезжирили, все подготовили. Так выглядит у нас штатная шумоизоляция. Голые арки автомобиля, практически голые крылья. Большая площадь необработанного металла на днище багажника. Ну и то же самое по левой стороне у нас, та же самая картина. Крыша автомобиля разобрана, тоже абсолютно ничем не обработана, ни одного кусочка вибра на крыше нет. Все это достаточно печально. Автомобилю просто необходима дополнительная шумоизоляция. Чем мы будем заниматься? Вот так выглядят двери, вот такой у нас кусок шумки на всю дверь заднюю. Передняя водительская дверь разобрана. Колонкой и кусочком. То же самое, маленький прямоугольник. Все. Ну и разобран салон. Ну, салон, в принципе, неплохо. Так, закатан вибрухой. Но недостаточно. Будем дополнять. Приступаем к работе.